Здравствуйте, мои дорогие друзья и гости моего канала! Я очень рада вас видеть у меня в гостях на моей кухне. Сегодня наша внученька будет готовить нам завтрак. Катя, что ты будешь готовить? Она нам приготовит такой, скажем, омлет, яичницу. Ну, посмотрим, как она готовит, да, Катюш? Да. Ну, давай, что ты будешь сейчас делать? Масло. А ты плиту включила, Катюш? На сколько ты поставила? 6. Так, на 12. Налила масло, молодец. Давай вот это мы отставим в стороночку. Во, молодец. Да, помешать их хорошо. Конечно же, детям надо тоже давать. Похозяйничать на кухне и помочь нам убирать. По хозяйству что-то еще делать. Посмотрите, с каким удовольствием она это делает. Нужно 4 яйца. Да, нужно 4 яйца. А сейчас что ты будешь делать? Сальце и сванзибе кноп. Расхаживать. Молодец, правильно. Пересолить не надо, нет? Сейчас мы будем завтракать. Да. Ну, еще нет, еще чуть-чуть надо жарить. Мешай еще. Мешай еще чуть-чуть. На, делай еще. Weiter rühren, Катя. Ну и пусть. А мы будем кушать такую вкусняшку. Угу, хорошо. Да, ну тогда выключай плиту. Умничка. Все, теперь нам надо взять тарелки, да? Да. И положить на тарелки. А там у нас что жарится? Там выключать нельзя. Там у нас готовится гусь, да? Вкусно. Угу. Умничка, теперь бери, накладывай в тарелочку. Не можешь? Да не могу. Так, тогда надо будет тебе помочь. Подожди. Давай, Ома, тебе будет помогать. Разделим напополам. Вот так. Сложим их напополам. Давай так, да, красиво сложим? Да. Вот так. И на тарелочку. Спасибо, внученька! Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А на сегодня мы прощаемся с вами, желаем вам приятного аппетита, до новых встреч, пока!